Mama, kalau saja tak sempat cipta, siapa sahaja itu, kau mungkin terpakar. Как я здесь оказался? Кличе, вчера гюрумбу лега дича я умаре. Ладно. Вчера маши вас соде чем боре. Сколько я здесь лежу? Я. Тун, тун. Спасибо. Итунгуш. Нет, нет, нет. Мне... Я лан туса ребе. Прости, я не понимаю. Что? Я лан. Спасибо. Я кира дебо имбе. Я, шо? Шефер киран гудеша. Шо, ку керанем да кеджеши е гудеша. Где это я? Шо, ненем да шо. Наверное, мне надо идти за ним. Здравствуйте, друзья, это Prime First, это мое прохождение игры Uncharted 2. Это довольно забавная глава, здесь нас всего лишь знакомят с местными жителями, с их обычаями. Можете пройтись, можете полностью изучить вот это вот поселение. Оно довольно интересное и очень качественно проработано на самом деле. Нас будет сопровождать наш новый друг, его зовут Тензин. Как-то так. Вот. И он, в общем-то, нам будет в ближайшее время помогать. Здесь живут всякие различные животные. Дети играют в свои игры, например, там футбол. Также очень много различных. Я даже не знаю, может быть, это. Да, скорее всего, это мулы, вот, которых можно погладить. Вот. И очень-очень веселая такая забавная глава, но в конце нас ждет заставка, так что наслаждайтесь, я больше не буду вам мешать. Пасуй. Черт с ним. Нансу, чего не теша? Том, ты чего же буду? Чанго шедае. Дети, я вас вижу. Ну вот. Как дела, приятель? А я уж подумал, что мне нечего терять. Нейт, слава богу, ты цел. Прости, я... Ничего. Елена, может, хоть ты знаешь, что происходит. Давно я тут? Несколько дней. Я пришла за тобой по рельсам. Что там произошло? Ты была права. Хлоя вовсе не нуждалась в моей помощи. Это ее работа? Нет, нет, это привет от Флина. Шефа Гудеша. Я, не Аго Цэ Сонг. Идем, тебя ждет один человек. О, а вот и наш таинственный гость. Нейт, это Карл Шефер. Как здоровье? Да, ничего. Вот и славно. Ну, прошу.
Полагаю, у нас с вами много общего, мистер Дрейк. В самом деле? Да. 70 лет назад я тоже пришел сюда. Вернее, меня сюда принесли. Все мои товарищи погибли. Меня отправили с экспедиции в Тибет на поиски дороги в Шамбалу. На самом деле, целью был Чинтамани. Так, друг мой, где вы это взяли? В Борнео. А что? Это же ключ к Шамбале. Именно этот предмет крайне необходим вашему противнику, хотя он об этом не знает. Думаю, знает. Я очень признателен за вашу заботу. На самом деле, но я вышел из игры. Так. Они сломали тебя, м? Неужели так просто? Да, пусть так. Но все только начинается. Где ты его нашла? Вот что, сынок, твоя гордость уязвлена. Но тебе повезло, ты жив. Да, все убеждают меня, что я везунчик. Меж тем все мои планы идут к черту. Нейт. Нет, Елена, хватит. Хватит, надоело играть в героя. Твой противник так просто не сдастся. Не уйдет. До тех пор, пока не получит желаемое. Да? Так власть ему в руки. Во власти-то как раз и беда. Самые грозные властители в человеческой истории обладали лишь фрагментом камня Чинтамани. Такие, как Тамерлан, Чингисхан. Если такую власть дает лишь один осколок, кем же станет тот, кто завладеет всем камнем? Это же чушь. Это наверняка и есть его цель, Нейт. Тогда Лазаревич и правда чокнутый. Это просто миф. А если нет? Елена, хватит. А что, если это правда? Мы уже знаем, на что он способен. Нужны доказательства? Ты их получишь. Увидишь собственными глазами. Тензин, Тинсан Адала Тингокере. Найдешь останки моей экспедиции и сразу все поймешь. Тензин отведет. Что? Не ням да что? Карачасон. Пойму, если я доживу. Только будь осторожен. Полагаю, по-английски ты не знаешь ни слова.